И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, и сегодня мы продолжим выживать на Генезисе. Пойдем мы по миссиям. Как я уже сказал, будем чередовать миссия не миссия. И захотел я пойти в болото. В болотах я еще не выполнял миссии. То есть по болотам я бегал, но в болотах миссии не выполнял. Надо это дело исправлять. Давайте-ка выполним, к примеру, вот это. Не знаю, сложно она или нет, но полчища насекомых постараются одолеть вас количеством. Давите их. Если это полчища... Язык заплетается. Если это полчища насекомых будут не как призраки, назовем так, которые убиваешь и исчезают, то я очень надеюсь на то, что я получу очень много цементной пасты. Ну, вы поняли, про что я, на что я намекаю. Даже лягухин. Да, поэтому сейчас, я думаю, пойдем туда. Да, еще бы я бы вот эту метку поставил бы на миссии. Вообще было бы топово. Ага. Ай, ешкин кот. Хоп. Эй. Вообще я хотел вот это сделать, но что-то пошло не так. А почему? Эй. Выходи из менюшки. Почему я из менюшки не выходил? Не хотел выходить из менюшки. Твар. Так. Фу, блин. В смысле я болото не могу? Так. А, точно. О, господи, я забыл, что пока ты в биом не зайдешь, короче, ты не можешь отслеживать эти миссии. Ой, ё-моё. Вот это я, короче, сейчас туплю вообще жестко. Я со снежным биомом также тупил. Типа захожу, думаю, почему он не это? И не это, и не того. Так. Чубрика берем с собой. Почему? Потому что, во-первых, он мне элементарную пыль будет потихонечку кидать в инвентарь. Вот. Е-е-е, клево. Вот. А во-вторых, если что-то пойдет не так, я его заюзаю. Кстати, надо будет элемент взять с собой. Надо будет взять элемент с собой. Ах, почти как надо. А, не, все-таки как надо. Для того, чтобы, если что, я его сбрасываю, сразу же прожимаю элемент, и чувак начинает глушить все и вся. Да, сейчас мне для активации, для его активации нужен всего лишь один элемент. Зависимость у него стала меньше, но это и к лучшему, то есть я это все дело смогу быстро активизировать. Единственное, что могу сказать, он... становится слабее, когда... Не-не-не-не-не-не-не! Еще не достроил! Блин, забыл достроить! Вот, когда у него становится меньше этого, наркозависимости, он становится более дрящевым. Тварь! Ну, бесит-то не меня, ну что я могу поделать с этим? Так. Телепортация. Болото. Не знаю куда. Погнали. Жду. Так. С лягухи я спрыгнул. А вот чубрик мой остался на плече. Это здорово. Это здорово. Неожиданно здорово. Кстати, вот это вот что за фигня? Я уже сюда-то бэхался. И короче, что-то от него... Оно заряжалось. Вот, ядовитое дерево. Regenerator ресурс. Ой, добрый вечер. Текаем. Текаем. Я понял. Простите. Простите. Простите, быканул. Окей, я понял. Ну, биотоксин, газ, это ладно, допустим, что хорошо. Я честно не знал, что это за фигня.
В смысле, а это что за... А это что за таблички? Баскетбол? Что? Я... А, это задание? Что? Ой, не, не хочу. Вот... Вот что, я точно не ожидал увидеть, это баскетбольные кольца и в целом баскетбольное поле. Если честно. А-а-а, кошмар. Ё-моё, какая огромная штука. Ладно, неважно. Мне нужно... Вот это. 4000! Ёк-макарёк! Такс, это мне нужно туда. Значит, тпхаемся на... Эско. Ё-моё. Ну я ж откуда знал, что оно там. Две... Ну тоже, короче, не эско, да? Сейчас заодно хоть вам покажу, куда я вообще в целом телепортируюсь. Значит, СВ. По идее, СВ. Хотя я бы даже бы еще бы дальше запихнулся. О, а вот здесь уже куда нужно. Ну, жиробасик. Отлично. Я, можно так сказать, на месте. Оу. А, это случай не то место, где я первую черепухину свою слил. Все возможно. Пошли вон, ублюдки, мать вашу. Плеваться-то не надо. Эх. Улечу. Блядки. Так. Куда-то вниз. Но вниз так вниз. Ёшкин кот. Страшно-то как. О, так это эта фигня. Стоп. А я еще сюда думал спрыгнуть. Можно спрыгнуть, нельзя. Думал разобьюсь, сдохну, не сдохну. О, здорово. Сам пришел. Она типа такая, это, прикольно такая, это, даже покруче обелиска выглядит. Ну просто к обелискам я уже привык, как это первый раз вижу. Так. Мне не нравится эти три черепочка. Как здесь шумно. Ужас. Погоди. Погоди, здесь очень шумно. Я не могу, я сейчас сдохну. Мне здесь, между прочим, еще тусить и тусить. Так, давай, активируем гамму. Приготовьтесь растоптать насекомых. Давай, команде. Яп, твой за ногу. Да, я слышал про такую фигню. Подожди, подожди, подожди. Ну, спасибо! Сколько? Сколько урона? Да я мега... Воитель, мать вашу! Ну, хоть лук дали, на том хорошо. Да подожди ты! Ай, не бей! Ай, не лагай! А! О, копье! О, копье, кайф, кайф! Ты пошел в жопу этот лук! Иди сюда! Кто? Кто ко мне? Ну, давай прыгать на меня! На тебе, ублюдок, мать твою! Я сейчас вас всех раздербаню. Пошел ты. Давай. Вот, копье, вот это я понимаю. Mission Armor. Бесконечность не предел. На, ублюдки. Вот это я понимаю. Так, с волн выстрелил. Блин, сразу же бы копье бы добрал. Вообще был бы кайф. А чё мне? А чё надо... Что надо делать? Ну мне же ничего не пока. О, подожди, подожди. Появилась новая волна. Отлично! О, давай! Вот это пошла жара. О, не могу! Простите. Что? Какая нафиг виверна? Какие нафиг... Что за прилив Эдмунди? Простите.
Там сбоку крокодил? Копротух. Это по-вашему насекомое, простите? Виверна, это по-вашему... Ладно, ладно. 10 тысяч урона это ок. Но! Но! Простите! Виверна это не насекомое. Давайте договоримся все-таки на эту. Собрались? Разобрались. Погнали. Пошел! 54! Да я чертовски крут! Так нет, лук говно! Иди в жопу! И ты иди в жопу! Ах ты! Пошел ты, ублюдок, мать твою! Лягушки! Заработал, называется. Цементный пост хотел подзаработать немножечко. А вы сразу змей на меня натрав... Какая нафиг виверна? Да пошел ты! Да... Лови! И... Опа! То в смысле... А, не попал. Пошел ты! Пошел ты! Ой, да в жопу кидать никогда не умел. Не, огненная, конечно, клёво. Но почему я отравленный? Так. Фух. Мне не нравятся эти насекомые. А, мне так нужно. Далеко летит. А, во, вижу, все, таймер вижу сбоку. Фух. Чё сейчас? Драконы попрут? А, драконы уже были, виверн же дракон. Так. Кто? Кто? Кто на меня? Топежа! Пошел ты, топежа! Это что такое? Да доха! Да в смысле? Какая нафиг тут доха? Иди вон! Иди вон! Да иди... А чё они такие здоровые? Да пошел ты! Да лови ты! Да какой лук! Верни копьё, тварь! Ты видала? Видала? Чё могу? Да ёптвы ж насекомые сраные. Это было жестко. Вообще даже близко не страшно было. Ну-ка. Да освещение. А, что-то не воткнулось. Ну окей. Ну, кстати, далеко, блин. Я думал, ближе. Фу. Погнали. Ну че? Кто? Спина! О, спину завалил. А, дурные, нафиг! Какой нафиг спина? Пошли вон, ублюдки! Вы что творите? Дурные! Так иди ты в баню! А лови! Попал по спина! Не попал по спина! Попал по спина! Наверное, попал по спина! Раптор, иди нафиг! А что, что ж такой жирный? Да что вас всех? Нафиг тебя! Нафиг тебя! Да хоть как-то вижу сзади, что происходит! А, иди нафиг! О! Иди сюда! Иди сюда, сказал! Вообще-то не так страшно было. Бронь нужна только, я как понимаю. Хотя вроде держится, вроде как. Вроде не сильно дамажит, но это гамма. Это всего лишь навсего гамма. А уже страшно-то как на альфа. Чё ж будет на альфе-то, а? В любом случае, это последняя волна. Это очень интересно. Неужто какая-нибудь мантикора полетит, а? Не, ближний бой это однозначно лучше. Я почукатал с мантикорой! Иди в жопу! Иди в жопу! Иди в жопу! Да ну нафиг! Вообще-то было страшно! В смысле? Какая тварь! Идите нафиг! Я вас не знаю! Пошел ты! Я видел зеленую полосу! Я видел зеленую полосу! Пошел ты! Я даже... Я копьё научился кидать. Серьезно?
Я копье научился кидать. В смысле так шлем дают? Офигеть. Так, ну это криоподы. Это они у меня там сейчас сидят, это нормально. Я их туда закинула, когда это берешь миссию. Я читал про это, типа, берешь миссию, там, где нельзя использовать Дина, тебе закидывают во временный криопод твоих Диносов. В смысле стерилизован? А, не стерилизован, наверное, то, что. Или стерилизован. В смысле стерилизован? Вы что, офигели, что ли? Ладно, их все равно разводить не хочу. Пока что не хочу. Так, ладно. Ну, у кого-то, походу, будет новая шапочка. Не, там броня говно. Так. Ну что я могу сказать? Так шлем это здорово. А, в смысле? Это что за нафиг? Братан! Помогай! Вообще борзили твари. Так, погоди. Спасибо. У меня... А, ну да, это временные криоподы, и они остались у меня, прикол. Так, ладно. Летите домой. Не-не-не-не-не-не-не-не! Ну не дам я тебе элемент, ну блин. Не проси. А, ладно, короче. Ну ладно, теперь я знаю, к чему готовиться. Единственное, что не сочковать. Это не про меня, я знаю. Погнали. Так, копье. Надо сразу же брать копье. Копье это топ, лук это говно, арбалет, но еще туда-сюда шатал-манал. А, дурная! Бладсикер? Что? А вы тогда тоже были здесь? Это типа босс? Или это типа они сюда притащились сами по себе? Не, это типа с этого приходит. Иди нафиг! Мне еще странно с вами сражаться. Еще эти насекомые дебильные, прямо аж раздражают. Рой насекомых, рой долбанных насекомых. Отлично. Хоть от этих избавился. О, здесь больше времени дают на туда-сюда. А я могу, типа, это... стартануть раньше времени? Нет? 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 Ну и пошли в жопу. Давай! Так. Оп! А что это дает? О, усиление! Клёво! Кстати, огненное копье мне больше нравится. Ну что? Погнали. Не-е-е! Пока могу, надо отстреливаться. Овца! Дурная! Забыл! Про виверну! Залёг он? Ай-я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 й! Что за мясо? Что за мясо? Пошли все нафиг! Отпустите меня! Пожалуйста, отпустите меня! Иди нафиг! Пожалуйста! Яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Джоуждя! Не, да ты чё? Все что ли? Блин, а слушай, а пока бета от альфа, от гаммы ничем не отличается, как по мне. А могу докинуть? Ну-ка. Опа! Без шансов. Опа! А шансы есть. На, эх, почти.
Ой, селялка. Да в смысле ты жрабас, понятно, чем это хуже. У них ХП больше. Иди нафиг. Блин, у меня от звуки-то пожара флешбеки из экстеншена. Я там очень много на топе же бегал. Бегал, в смысле, горцевал. Иди нафиг. Ух ты, собака жирная. Иди нафиг. Ой, жива еще. Ой, ё-моё. Добрый вечер. Блин, слушай. О, класс. Когда знаешь, что делать, это кайфом. Так. В кого я там кидался? Блин, почти докинул. А если так? О, ух ты, нифига себе. Что-то я сильно повернулся. Но шансы были. Шансы были. Давай. Я знаю, ты нарвешься на него. Я попал, но только-только от этого было ноль. А, нет, только был, он сдох. Он сгорел. Он сгорел, как тварь. В смысле, это что ты мне такое подобрал? Что я кулаками стал бить? Это не надо мне такого. Иди нафиг! Откуда жирный появился? А, дурная! Ненавижу их, они плюются. Кто еще? А, мелкая. Да. Блин. Да классно. Еще и так шлемчик дают. Здорово. Я свой у этого. У двух чуваков одену шлемаки. Тыковские. Разобрать же их нельзя. Да, ничего нельзя, значит они будут у меня в так шлемаках гонять. Крутые такие все будут. Такие прям. Вау, мы так, братья. Кстати, я не знаю вообще это. Граната, не спасибо. Оп! Тебя лучше сразу. Иди нафиг. А ты чё такая жирная? А ты чё такая жирная? И нафиг! Тебя я так, наверное, с усилением валил. Простите, простите, быканул. Нафиг иди. Дай пройду! Дай подойду! Ах ты ж! Жиропасина! Иди нафиг, 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 нафиг! О, все, иди сюда! Я тебе сейчас вот это вот в шепот воткну, вот это все! Еще она получает! Ты отойди! Пошел ты! Вот так! Какой нафиг лук! Ну тогда стреляй! О! Копье! Спасибо! Да слышь! Так, с усилялками надо не проэтоваться. О, вот еще так шлемачочки мне дали. Что тут у нас дунклястей? Плезик. Отлично, мне эти не нужно будет создавать. Гига. Так, ну здесь дают так шлемачок за эту миссию. Хорошо, будем знать, наверное. Но это не точно. Один щит может пригодиться. А, какой нафиг пригодится? Не пригодится нифига. Так. У них это слетело из-за этой фигни. Леха! Миллиметрик не отошел. На базу улетел. Сейчас обратно надо возвращаться. Все, вот надо было элемент убрать с инвентаря. Тормоз. Вот это надо было убрать с инвентаря. Ну погнали. Я почти даже готов. Прикольно.
Ну, держи. Такс. Окей. А, дурная. Я был не готов. О, а тут они жрабасенькие. А тут они прям конкретно жрабасенькие. В смысле, какой нафиг лук? Иди в жопу со своим луком, дебил. Господи, прости. А чё так урон-то в говне? А скажите мне, пожалуйста, как я должен с уроном по 300 убивать их? Какого фига? Не-не-не, иди в жопу. Как я должен с уроном по 300 их убивать? Это какая-то шляпа. Отлично. Я тут это... заблокированный. Как я должен с уроном по 300 убивать, когда перед этим было главное по 10 тысяч урон? Не-не-не-не, это что-то какая-то фигня нездравая. Мне это точно не нравится, мне это точно не нужно. Надо выжидать эти 3 минуты, чтобы... А, еще мне надо все шмотки починить. Причем меховые я только что чинил. И... так шлем у меня был целый. А сейчас вы видите, он просто в половину. Это, как, короче, какая-то фигня нездравая. Сейчас попробую еще гамму запустить. Ну, типа, гамма, по идее, изи. Если вот не уходя отсюда, сейчас вот это закончится миссия. Я попробую запустить гамму. Если там будет урон такой же, как и раньше, типа по 10 тысяч и так далее, то я не понимаю, в чем прикол. Как я тогда должен в рукопашку вот это все убивать? Отлично, убил. Пчелка появилась. Еще хуже, тварь. Не, просто, допустим, вот эту волну я еще смогу что-то сделать, да? То... О, камень сломался. То... потом я уже точно ничего не смогу сделать. То есть, допустим, того же Сарка и так далее, я уже точно даже одного не завалю там. Это как минимум тупо. Ладно, допустим, там будет поджигать, но это не дело. Ладно, подождем к концам. Так, даже запущу. Ну вот с этим вот и всем, вот с такой вот броней, вообще пофигу. Запущу именно так. Гамму. Вот просто для проверки. То есть я никуда не уходил, я сейчас бегаю кругалями, даже кого-то там убил. Отступая и стреляя, накидая копья. Не, ну это тогда тупость. Вот честно, это тупость. Ну смотри. Вот на гамме урон вот такой, да? На бете урон, ну, можно сказать, тоже, ну ладно, половинистый. Если бы я хотя бы бил бы, не знаю, ну... Блин, да не, это тупость какая-то. То есть я просто альфа-миссию не смогу чисто физически пройти. Они мне броню сразу раздербанили в хламину, да? А я как таковой им сделать ничего не смог. А бегая по кругу, я даже первую волну не смог победить. Вот слушай, какая-то бредина. Если у вас есть идеи, мысли, или вы знаете, как проходить эту волну, альфа-волну, или можете подсказать, кто прошел. Но опять-таки же, камон, я же посмотрю по дамагу, по урону и так далее. И понятно будет, подкрученный урон, не подкрученный урон. Потому что я видел, как играют люди и зачищают эти волны на экстиншене. Я просто такой смотрю. Ага. Вот, кстати, вот это было бы топово. Я такой смотрю и такой, ага. То есть там, где я со своими настройками... локалки, дамажит там по, дай бог, 5000, да, этот чувак на сервере дамажит по 50 тысяч, тем же Дино. Я просто смотрю характеристики, а они чисто физически не должны быть такими. Ну, как бы,
Ну вы поняли, да? Все-таки свой сервер, все дела. Ну, камон, я даже на локалке себе такое не позволяю. Че уж говорить-то это? Вот. Поэтому, как бы, если вы знаете, что как где, ну, это будет все равно видно. Но, честно, ну, то есть, если кто-то что-то нечестно, скажем так, проходит. Ну, честно говоря, я не знаю, как это альфа проходить. К бету вы видели, я прошел прям не изи-бризи, а... Я вот сейчас голой жопой прохожу, кстати, снять, чтобы не ломалось. Альфа у меня просто, мои легендарные шмотки, там по половине хп у них были. Ну, кому вы видите, сколько вот в шлеме осталось. То есть просто от 1500 осталось 700. То есть просто половина. Пиу, нафиг, нету ничего. 162 тысячи, ну кайф. Ну ладно, это я с усилением бабахнул. Иди нафиг. Ну... Блин, типа, камон, все равно. А, слишком разнятся уроны. И это неправильно, как минимум. Как минимум, это неправильно. Ну ладно. А под конец я вообще подобрал огнемет. На последней волне, кстати, есть огнемет, оказывается. И арбалет, кстати, клевый. Он дамажит намного сильнее. О! Кайф, бур. Мне делать его не надо. А слушай, а не зря отходил. Прикольно. Прикольно. Ну-ка, давай-ка я еще бетку сейчас пройду. Пошло все нафиг. О, привет. Бета с голой жопой — это еще та редкостная жопа. Я в прошлый раз вывез только за счет того, что у меня это... Бронька была хорошая. Я сейчас бегаю круголявец, как с альфачами. Но если честно, альфа, я так бегал с броней, которую мне быстро проломали. А здесь я бегаю с голой жопой. Но приходится бегать круголями. Справедливости ради, бетка дает еще ту прожарку. Но, блин, все равно это изи. Скажем так, разница очень сильно очевидна между этим всем делом. Добрый вечер. Да уж. Да, единственное, что арбалет, это нужно еще зарядить. А, не туда. А так, да? Да в смысле я ее не добился первого раза? А так бегаем, хиляемся. Ну, в общем, да. Броня — это еще... Ну, блин, а какую броню надо, чтобы против альфа? Если у меня там броньки были... Сколько у меня там брони было в среднем? Где-то 1006. Это мне какую надо броню? Модовскую броню надо надевать? Где там по 10, по 20 тысяч? Но это не дело, да? Ах. Ну, эту миссию, я думаю, допройду все-таки. Надеюсь. Ну, кстати, а уже огнемет дали. А всего третья миссия. А уже огнемет. Ну, кстати, с огнеметом никогда не тусил. Прям вообще никогда. Штука прикольная. Особенно, когда она бесконечная. А под музыку из Duke Nukem так вообще просто кайф. Воу. Да. Это однозначно кайф. Вот огнеметик, это здорово. Я, кстати, не представляю, как здесь гранатами бить, но я думаю, от гранат там вообще урон адовый. Ну камон, я на альфе даже первую волну не смог снести. Так какой нафиг огнемет? А, ну, в общем, да. Ну, огнемет все-таки классная штука. Это я с усилением, но бурду я снес. Арбалет, серьезно. Кстати, гранатки. Ну ладно, я хотел гранатки потестить. А, перезаряжаюсь быстрее. В общем,
Огнемет это однозначно must have, когда ты пытаешься выжить. И на альфе, я думаю, лучше всего с огнеметом тусить. Но, типа, камон. Да, если бы у меня была броня, конечно, мне бы не пришлось хилки юзать. Но, да. Что мне тут дали? Ну, что-то вроде интересное. Вот это мне все отсудали, потому что я сюда поставил хилки, она сетовалась. Вроде что-то интересное, но, как видите, уже тека ни разу не дали, так как я второй раз подряд прохожу миссию. То есть, если я попозже пройду, как вариант, опять будет тек. Но сейчас дали, понятное дело, хуже, чем до этого. Как вот это пройти? Я не знаю. Может, если не забуду, в интернете гляну, но если знаете как, тактики, стратки, все дела, можете написать в комментариях. Я буду очень сильно этому доволен и рад. Ну а что, на сегодня уже все. Вот так вот остался с голой жопой, зато с полным инвентарем всякого добра. Ну а я на это уже с вами буду прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать. Ну и, конечно, делиться моими видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра. Всем пока.